В штате Вашингтон на северо-западе США произошла утечка из крупнейшего в стране ядерного могильника. На Хэнфордском хранилище, это сотни тысяч тонн радиоактивных отходов, дали течь сразу 6 подземных резервуаров. Дело в том, что комплекс строился 70 лет назад, и срок его эксплуатации уже вышел. При этом всего в нескольких километрах от Хэнфорда расположен город Ричмонд с населением в 50 тысяч человек. Власти, впрочем, утверждают, что угрозы жителям нет. А вот экологи опасаются, что опасные вещества могут попасть в грунтовые воды, оттуда в реку Колумбия и в водопровод. А над штатом Вашингтон нависла радиационная угроза. В крупнейшем хэнфордском комплексе по хранению опасных отходов обнаружена серьезная утечка сразу из 6 резервуаров. Комплекс является самым старым хранилищем США. Он был построен еще в 1943 году. Экологи опасаются заражения радиоактивными веществами грунтовых вод и рек. Всего на территории комплекса находится почти 180 контейнеров со смертельно опасными для людей веществами.